смеха на улицах Салды появились странные девушки, которые ложками вкушали содержимое коробки стирального порошка и предлагали попробовать его прохожим. Приходите, угощу. Мальчик, будешь? Новая жиросжигающая формула. Да, это стильный порошок, вы кушаете. Кушаю? Нет, я не буду кушать такой стильный. Ну попробуйте. Да не буду я его кушать. Ну ладно, сама съем. Похудей за 2 часа, съешь 2 ложки порошка и сразу станешь худеньким и красивым. Хотите попробовать? Значит, поправитесь. Порошок, по версии девушек, был волшебным. Большинство людей попробовать отказывались и старались побыстрее уйти. Но были и те, кто все-таки пробовали то, что им предложили. Погода в этот день была изменчива, как настроение женщины, или она просто шутила. Природа решила над нами подсмеяться, и до сих пор идет снег, хотя сегодня 1 апреля, а он идет и идет. Нам, женщинам, всегда хочется быть уверенными в том, что рядом с нами живут смелые и надежные мужчины. Так родился следующий розыгрыш. Хотите помочь? Там моей подружке нужна очень сильная помощь. Пойдемте, помогите, пожалуйста. Пойдемте, да, там очень-очень-очень нужна мужская помощь. Пойдемте, пойдемте. Пойдемте прям. Пойдемте, пойдемте. Очень сильно нужна. Как вас зовут, герой? Никак. Ну, какое ваше имя? Александр Владимирович. Александр Владимирович, спасибо вам большое. Благодарю. За то, что вы молодец, за то, что вы смелый. Здравствуйте, телекомпания «Орбита». Стойте секундочку. Вы оказались самым смелым мужчиной нашего города. Мы дарим вам нашу газету с 1 апреля. Ага, спасибо. Как вас зовут? Алексей. Спасибо, Алексей. Ага, пожалуйста. У меня к подруге там мужчина в гараже пристал, не отпускает. Пойдемте, помогите, пожалуйста. Ну, закрыл ее и держит. Мы с ней по улице шли и вот так вот. Просто так, что ли? Да. Незнакомый? Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Телекомпания «Орбита». Сегодня 1 апреля. Естественно, что розыгрыш. Как понятно. Вас зовут? Алексей. Что вы подумали в первый момент? Ну, что, помочь нужно, раз просят. Молодец. Поэтому мы вам с удовольствием вручаем нашу газету. И приглашаем вас на концерт Михаила Шеллига. Вы к нам подойдете в редакцию, и мы вам вручим от него билет. Хорошо, спасибо. К счастью, тех, кто отказал, в помощи было немного. Спишем на их занятость. А вот мужчин, которые, не задумываясь, бросились на помощь, было значительно больше. И это очень порадовало. Конечно, они удивились, увидев в гаражах не предполагаемых хулиганов, а нашего оператора. Но все 1 апреля мы разыгрывали людей, прятались в гаражах, предлагали им нестандартные ситуации. Было весело. А снег как шел, так и идет. 1 апреля.